Всем привет! В этот раз поговорим о моем опыте использования. Немножечко покатал этот танк, и есть моменты, про которые могу рассказать, на которые могу обратить внимание. Наверняка всех интересует проходимость. Проходимость у этого танка хорошая, сопоставима с проходимостью КВ-1 от того же Taigen. По утоптанному снегу отлично едет. По сугробам небольшим и вот таким жестким сугробам, не пухляку, тоже танк может ехать. Ходовая достаточно надежная, жестко крутился на месте, вырыл глубокую ямищу. И, в общем-то, ходовая не поломалась, ходовая выдержала, но, сейчас я вам покажу, тут есть такие вот ограничители хода. С одной стороны они не отвалились, а с другой стороны отвалилось аж 3 штуки. По внешнему виду, смотрите, тут есть такие тросы буксировочные. Тросы, сразу хочу сказать, выполняют чисто декоративные, несут декоративные функции. То есть буксировать за них не получится в силу того, что, во-первых, вот эти крепления, за которым они крепятся, они пластиковые. И, в общем-то, при нагрузке они, скорее всего, вылетят. Во-вторых, смотрите, я вот этот сниму, потому что мы его сейчас покрасим в темный цвет, вот как вот этот трос. Он просто вот таким образом вытаскивается. Понятно, что если вы захотите буксировать танк, у вас это не получится. Можно приклеить, все это будет держаться, но это будет чисто декоративная функция, то есть для красоты. В общем, есть несколько способов, чтобы затемнить вот этот трос, потому что вот в таком виде он, конечно, смотрится на танке не очень красиво. Можно просто подождать, пока он сам потемнеет, окислится. Но я думаю, что это по времени очень долго выйдет. Можно покрасить, наверное, какой-то краской. Наверняка есть специальные краски, которые вот придают такой вид. Но вот я пошел третьим способом. Это серная мазь. Раньше продавалась в аптеках. Сейчас не знаю, можно ли ее купить или нельзя. Но вот у меня из старых запасов этой мази немножко осталось. И, в общем-то, процесс вот таким образом выглядит. Все это несложно. Могу сказать, что вот я снимаю на камеру, если это делать, допустим, в раковину набрать горячей воды, раковину закрыть, чтобы вода, не уходила, и делать это под водой, то это практически на глазах будет происходить. Значит, на открытом воздухе это будет происходить подольше, но я думаю, что вы сможете увидеть. Вот намазал серную мазь и покрываю трос серной мазью. Я надеюсь, что мы прямо на глазах сможем увидеть вот это превращение, как он будет окисляться. То есть это такая так называемая искусственная патина. И если его зажигалочкой нагреть, в принципе, это тоже будет быстрее происходить. Вот, смотрите, уже он стал понемножку темнеть. Я надеюсь, вы видите, камера отображает изменение цвета. Прошло буквально не больше 3 минут. Он уже, трос значительно потемнел. Он еще доберет цвета. Я сейчас протру. Вот можете видеть, видите, остается какого цвета вот этот серная мазь, излишки. И вот так салфеточкой убираем излишки. Трос можно оставить. Реакция будет продолжаться. Он еще больше со временем потемнеет. Вот такой несложный способ для того, чтобы затемнить этот трос, я нашел. Еще один момент, который я хочу затронуть, и с которым я столкнулся при эксплуатации этой машины, это аккумулятор. Значит, стоковый аккумулятор здесь металлогидридный, аккумулятор ни о чем. Естественно, все это надо менять на литий-полимерный аккумулятор. Сейчас я сделаю, чтобы вам видно было. Значит, вот он, стоковый аккумулятор. Естественно, попробовал использовать то, что у меня было в наличии. Это вот такой аккумулятор Envision на 4500 мАч. Но проблема заключается в том, что этот аккумулятор немножечко подлиннее стокового и немножечко потолще. И вот проблема, с которой я столкнулся, это то, что этот аккумулятор, его в принципе можно вставить, но танк при этом, ну, возникают проблемки с закрыванием. То есть вот можете видеть, здесь все очень просто. В этот аккумулятор начинает упираться механизм, можете видеть, вот он черного цвета. Поэтому для того, чтобы танк нормально закрывался, вот подбирайте аккумулятор. Главное, чтобы он был сопоставим по размерам со стоковым аккумулятором. Как по толщине, так и по длине. То есть вот этот аккумулятор, в общем-то, встает без проблем. Штатное место. Причем его можно закрепить стяжкой, которая есть в этом танке. В принципе, красный аккумулятор, вот этот, тоже можно установить, но это, конечно, ну, такая морока в том плане, что надо искать какое-то положение. Можно, конечно, сделать, приложить руки, какой-то напилинг, то есть перенести вот этот динамик в другое место. Но вот если вы хотите сразу использовать литий-полимерный, то, как бы я вам сказал, подбирайте по размеру, который сопоставим со стоковым аккумулятором. Ребят, еще один важный момент, на который, считаю, нужно обратить внимание. Значит, редуктора у танка с завода идут не смазанными. Перед первым использованием необходимо эти редуктора смазать, чтобы, ну, они не работали на сухую. Мы с Антоном смазывали силиконовой смазкой. Точное название сейчас не помню, но я думаю, что Антон придет в комментариях, напишет название этой смазки. Я думаю, что все заждались, все хотят увидеть, как этот танк поедет. Поэтому идем в парк и смотрим, как ИС-2 едет по снегу.